Эта история произошла со мной и моими друзьями в начале 2000-х. Тогда было нормой собирать деньги со всего района и отправлять их тем, кто отбывает срок в тюрьмах. Это называлось сгрев. Те, кто сгревал зону, получали респект на районе. А те, кто не делал этого, становились жертвами районовской системы. Это было суровое время. Тогда нашими кумирами были бандиты из сериалов. А это мои друзья. Муха, Масяня и Дама. Как раз таки в данный момент они закидывают боул с провизией на зону. Да они с Дамой, ничего с нами не случится, мы же просто продукты передаем. Ты че? Честно говоря, я тоже должен был пойти с ними. Но в тот день у меня нарисовался такой вариант со Светкой. Ты че? Слышь, а че ты сюда пришел? Нет, что? Нихуя себе. Я такое только на Новый год хавал. И да, они тут на зоне получше нас живут, поэтому смело хавай, братанчик, да? Ты че, конечно. И тогда мне тоже отломите. Эй, ты дома похавушь, у тебя мама башлёвка. Гоню, что ли, дай укушу? Не жмусь. Не-не-не, всё, нормально. Муха, блин! Да-да. Всё. Боже, мало укушу, блин. Кажи, хавай. Это дома похавушь, блин? Блядь, зарплата тяжелая, блядь. Какая зарплата? Иди, мор. Все. Блядь, быстрее, муха, быстрее. Блядь. Давай. Стой, блядь. Пацаны, не гоните, валим, быстрее. Пацаны, быстрее. Блядь. Короче, я в компьютерном клубе сижу, ага. И этот мент заходит, прикинь? Ага. А прикинь, если бы он меня там увидел бы. Ну, конечно, если бы увидел бы, я бы его там бы ушатал бы. Ты что, лепишь? Я серьезно говорю? Эй, муха! Бля, ну ты уже ехал же впереди. Ну кто, Саша Белый, тот едет впереди. Ты что ли, Саша Белый? Я Саша Белый. Да, на морду свою. Нормальная морда. Нормально. Дама, космос, да? Да, не называй меня дама, понял? Сейчас дама, где ты едешь с тобой же на белок? Да, Масяня, сейчас ты что, будешь, понял? Все, тогда пошли.
Боб, ты чё так долго? Это, пацаны, знаете, что было? Муха, не хлопай дверью, запалит. Ты пойми, такая машина только и у него, и у Майкла Джексона. Ага, еще только у него и у мамы. И я Светку увидел, знаете, что было? Светку? Небо, небо ждет ответа. Душа не верит в то, что нету. Это был год оглушительного успеха сериала «Бригада». Куда ни плюнь, попадешь в очередного Сашу Белого или Космоса, потому что сериал смотрели как дети, так и взрослые. Но особую популярность он нашел на районе, в котором мы жили – Черный двор. Назывался он так, потому что криминал был там, как у себя дома. А понятия были второй конституции. Она сам берет, притащила и начала отсасывать. Что, прям вот так по-настоящему, да? Нет, для нее это как конфетка была. Вот такая болезненькая, да? А что, ты с Алтухой так решил пообщаться? Не трогай муху, блин. Надо маме отдать. Боб, что ты пиздишь, Светка реально у тебя взяла, да? Да я отвечаю, брат, потом кто-то вышел, чуть не спалил. Ты бы так всем не рассказывал. А кто заре, мол, знает, понадобится замазать это все. Или зализывать. Да пошел ты мне. Тебя Леха искал. Ты что, зеркало зачем? Скрутил у него? Это не я был. Саня, мы забили все у себя на районе, не крысить. Братан, клянусь, это не я был. Это ты. Это не я был, пацаны. Масяня, отвечаю. Ты же это не я был. Что с Алтухой будем делать? Как она есть, все скажем, да? Бля, он же нам очко порвет, сука. В натуре он порвет. Боб, не кури в машине. Мне сейчас маме машину отдавать. Бля, спаси быстрее, передам и неудобно. И еще раз спрашиваю, куда баул дели? Менты отобрали. А что не сказали, бля? Вы что, охуели, что ли? А это Алтуха, старшак с района. Это он отправил нас закинуть баул с продуктами на зону. А подставить его сулило большие проблемы. До людей не доехал. Мне люди звонят оттуда, спрашивают, где баул. А я стою, как шудрец, краснею, и нечего сказать. Хотите, я своим братанам скажу? То, что вы порядочных людей кинули, а? Вас опустят! Даже общаться на районе не будут! И что теперь делать будем? Мы восстановим вам. И я сил хуй, что вы остановите! Свой косяк как будете отмывать? Короче, чтоб до конца недели еще три бумаги поставили, поняли? Поняли, говорю! Все, нахуй, время пошло! Че стоим, щеглы? Съебались? Но не все старшаки вели себя как Алтуха. Были и те, с кем мы неплохо ладили. А точнее один, по имени Ильгиз. Но на районе его звали Гарик. Мы ментам пизды дали, что? Прикинь, че? Я его камнем ебну. Это случайно было? Серьезно было? Это случайно было это все. Пацаны, бригада идет. А я уже видел эту серию. Капец, они крутые, да? Угу. Потому что двигаться правильно, пацаны. По-серьезному. Пацаны, это вам не сказка. Это реально. Мы тоже можем стать, как они. Надо собраться. Понимаете, да? Гей, блин! Ау! Машину закончил? Нет, вот пока жду. Чё ты ждёшь, блядь? Сука, ты охуел? Ты опять своих щеглов сюда притащил? Давай убирай их нахуй отсюда! Не балаган здесь! Да, сейчас. Давай быстрее! Да, пацаны, давайте побыстрее. Потом свидимся, давайте потом. Честно говоря, Гарик был странным и немного лоханутым пацаном. На работе его не уважали, а на районе его никто не знал. У него не было ни братанов, ни братишек. С одной стороны, это хорошо, его меньше грузили на деньги. Но с другой, за ним никто не стоял, и за него никто не впрягался. Я сейчас уехал. Хорошо. Машину закончите, сами все закроете. Не маленькие же, да? Да, сделаю сейчас. Все, хоп, удачи. Закрою. Гарик был против районовской иерархии братан-братишка. Но так думал каждый, кто сам не смог стать братаном. Таких, как он, мы называли СПС. Сам по себе. Заебал, сын, блядь, Гарик, блядь. Я же говорил, нахуй их сюда приводишь, блядь. Работай давай, заебал, блядь. Гарик, сюда подойди. Да. Тут все сам закроешь, ладно? Тебя же просили закрыть. Сгинь, блядь. Что, сложно, что ли? Нет. Не идти надо. Если Артур спросит, я до того с тобой был, понял?
Да, хорошо. Мама, включи. Нормально, закрой тут. Давай. Пацаны, поехали. Гарик был старше нас, и по возрасту мы приходились ему братишками. Мы не понимали, почему он с нами общается. Возможно, потому что ровесники его не признавали. А возможно, он реально видел в нас своих единственных друзей. Ну а нам? Нам было прикольно иметь человека, который в любой момент мог нас бесплатно накурить. Че, Масиня, ты первый? Смело. Давай, 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 до конца, до конца. Я что это такое, Мася? Ну когда еще поедем стрелять? Какой стрелять? Нужно же что с баллоном делать? Че, ебать, поникшие такие, а? Спичку какой-то дал, туха, блин. Да, блядь, сколько раз я вам говорил, а? Нахер вы этих братанов терпите? Тем больше вы под ними ходите, тем больше они будут грузить вас. Так говоришь, потому что у тебя своих братишек не было. Я, кстати, зеркало твое толкнул. Во, мазёчи! Вот ты, да. Давай. Не толкнул. Все-таки ты скрутился. Да ладно, расслабься, что ты нормально жился? Какой нормальный толкнул? Крысы, ебан. На, дамка, затянись. Не-не, братан, я не буду. А чё? Чё? Да мама спали, пацаны. Бля, пацаны, ой, бля. Нужно уже самим двигаться. Ну, когда братаны уйдут, мы сами станем братанами. Ты ошибаешься. В этой системе вы всегда будете для кого-то братишками. Поэтому я в это не лезу, видите? Салам! Если пришел без бабок, чисто клешню протянуть, ты сразу встречай. Да, принес. Принес. Где, где принес? Вот да, показывай. В смысле не все, а? И да что ты пиздишь, на едешь вчера на компах видел полудурок, бля. Где остальные деньги? Пускай, Боб. Садись, братишка. Че, сколько дней? Не знаю, где-то неделя. Неделя? Много это? Неделя, говорит. Три дня. Это мало, братан. Ты что, чепушу насчет торговаться, что ли, будешь, а? Не гони, а? Короче, охуел. Сделаем так. Пять дней, еще плюс вторник. Нормально? Хорошо, братан. На. Давай, иди. Ой, 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 ой. А чего вы на прощение не пошажались, а? Дай покурить, давай покурим. Ай, хорош. А что мне делать? Беспредельник, как алтуха, что ли? Пацаны, так не зайдет. Э, да ладно, муха, нормально же все. Пацаны, нужно быть справедливыми и понимающими. И тогда братишки наши нас будут уважать, а не бояться. Муха, а может смысл в том, чтобы они боялись, а? Боялись. Бля, я вообще отменил эту систему. Ну, ты чё, дама? Чё? Какие на нас это как закончится? И мы не будем братанами. Сами будем магазин бегать, да? Бабки пробивать, ебать, да? Чё, мага служит? Ебать, тебе мага служит? Ты этого на алтухе скажи. Чё с ним будем делать, а? Чё с ним будем делать? Этих бабок не хватит, чтобы косяк закрыть? Короче, темка есть одна. Я одну хату спалил. Там окно постоянно открыто. И, по-моему, в это время там никого нет. Ну, погнали тогда. Боб, ты у нас изгаст, ты на стрём. А мы пока все тихо замучим. Давай, держи нормально, сейчас какую-нибудь. Я тебе. Тише, можно, блин. Че, давайте снесем эту хату. Здесь по-любому уже не держится. Да нет комнаты. Мы сдаем, да ладно. Давай побыстрее только. Харят здесь живет, да? Нет. Мама заболела. Айгуля? Да, 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 вот, Айгуля. Скорую надо вызвать. Не, не, скорую не надо. Мальчик,
Она упала там вообще. Давай, ты подожди. Нет, Байке сейчас скоро не успеет. Тут рядом Байке. Скоро сейчас может не успеть. Нет, Байке сейчас не успеет. Скоро. Буквально 10 минут сейчас, Байке. Быстро, быстро сейчас. Стой, блядь! Вообще ничего не вынесли. Через такую хату спалили. Какую? Хату мента? А то, что он нас может отскать, и не волнует? Да лучше мент, чем Алтуха, согласись? Он что, вообще похуй? Я свою рожу засветил. Да кому твоя страшная рожа нужна? Да завязывай. Он что, этот, за арбузы и за шляпу будет таранить? Нормально все? А ты что не хаваешь, а? Если бы ты его дольше задержал бы, я бы тебя не только арбуз бы спиздил бы. Эй, ладно, пацаны, я домой, давайте. Давай. Давай. Подожди, подожди. Я тоже. Маме нужно зайти. Муха, я с тобой. Да? А Мася что? Остаешься, что ли? Да, я тут задержусь. Я пошел. Боб, ты что, не зарем, что ли? Нет. Да, ну. Саламат Сведжи. Саламат Челок. Чала обоссался у вас? Очень много. Сколько стоит? 3 сома. Тогда я у вас покупаю весь чалап вместе с тележкой. Чахшу облоку. Поголам киналапки. Все, хорошо. Бетон дал. Хорошо. Че, как вас зовут? Давайте я сам. Не-не-не, давай. Я сам, мам. Тогда давай. Нет, нет. Бетон дай. Нет, мам, я сам. Кокларын қандай? Все хорошо, мам. Беш алдым. Иди сюда! Мы с вами люди взрослые, они молодые. Вот он как! Ты приди сюда! Тихо! Тихо! Все, тихо. Успокоились! Успокоились! Давайте без рукоприкладства. Сейчас все вместе поедем в отдел и будем там разговаривать. Так, мы не едем ни в какой отдел. Мы едем делать экспертизу. И уже по результатам экспертизы мы будем решать, что мы будем делать. Поехали. Экспертиза покажет. И поедет ваш сыночек. Нет, далеко, папа. И надолго. Папа. А там сами знаете, папа. Что с ним будет. Папа, можно тебя? Экспертиза ничего не покажет. Он же тебя изнасиловал. Это было немного не там. Простите. Можно вас? Понимаете, все было обоюдно. Понятно. Я дико извиняюсь. Ну, мне кажется, им нужно переговорить с ним. Честь имею. Пусть переговорят. Чтоб больше к моей дочери не приближался. Да с удовольствием! Не хами! Ты кто такие вообще? Ты, блин, балбес, что ли? Нормальные знакомства выбирай. Не ржи, иди! Смеется еще. Мне гипер слово дяхшоу бы этот. Может, поменяй места? Подумать надо было. Мам, мы куда пойдем? А так на базар стоим. Может, на вокзал сходим? А, ну да, можно.
Здравствуйте, тетя Полина. Здравствуй, Зарема. Привет, Тимур. Привет, привет, Зарема. А что от нас сидишь? Да родители забыли ключи оставить. Ага. Тогда поднимайся к нам, чай попьешь с нами. Да, Вал? Да, да. Спасибо большое. Потом сейчас подруга придет, с ней посидим. Смотрите на воротах. Мам, ты тогда заходи. Хорошо. Зайду. До свидания. До свидания. Чай будешь? Давай. А ты че, к Бобу не пошла? Да я заходила, его дома нет. Как всегда, мне ничего не сказал. Ну, Зарема, у нас проблемы были с братанами. Да, у него на уме всегда. Тренировки, братаны, друзья. Мне звонит, когда совсем скучно. Ну, не знаю, он тебя любит. Я тебе умоляю, любит он. Любил бы, позвонил бы. Есть сигареты? Я спрятал. Вкусный чел. Да? Да. Все. Настя пришла. А, да? Да. Сейчас. Есть спички? А, да. Что ты скрутил? Это я скрутил, бай! Что ты врешь? Это не я! Отойди, не защищай! Я вообще не причем! Эй, что ты врешь? Иди сюда! Иди сюда! Эй, ко мне! Я сейчас в комнате! Иди сюда! Батя, отпусти, пожалуйста, это не причем! Оставь его, пожалуйста! Отстань! Прекрати! Отстань, блядь! Почему до сих пор не убрался, а? Я завтра уберусь. Не завтра, а сегодня! Если не закончишь, то Кайрата провожать не поедешь. Понял? Ну и не поеду! Тоже мне! Сукин сын. Больше не защищай. Сколько можно, я устала? Постоянные крики! Хотя бы о дочери подумал! Хватит уже! Вася. Ты как, Вася? Не, ну я чё бы ему сказал, Вася? Я и не ждал, что ты что-то скажешь! Я завтра уеду. И чё?! Вася, я же брат твой старший. Пойми, давай... Нет! Иди нахуй! Вали куда хочешь! Мася... Я уеду, да? Я ж тебе сказал! Пошел нахуй! Долго будешь играть? Может, учебой займешься? Да я уже сделал все, мам. Да? Ты серьезно? Это что такое? Мы же уже прошли тестирование, отправили документы. Чего от меня еще надо? Слушай, мне уже надоело. Ты то с друзьями со своими шляешься, то в компьютер играешь. Все. Учи английский. Как ты собираешься в Америку ехать, а? Ты так пристала с этой Америкой, а?
Я пристала с этой Америкой. Это мне, что ли, больше всех нужно, да? Ну да, у меня тут друзья, мы вместе хотим двигаться здесь. Какие друзья? Это вот эти, которые без штанов по улице бегают? Значит, слушай меня внимательно. Если их родителям наплевать на своих детей, то мне нет. Между прочим, все, что у тебя есть, это благодаря мне. И вот этот компьютер я тебе купила, чтобы ты учился, а не ерундой страдал. Так что слушай мать свою. Важно же, что ты хочешь, да? Ты хоть один раз спросила меня, хочу ли я в эту Америку или нет, а? Хоть один раз ты спросила? Ты постоянно мне говоришь, что мне делать, как одеваться, с кем общаться? Это моя жизнь, я хочу ли что-то решать, а ты постоянно лезешь ко мне со своими правилами. Вот поэтому у тебя папа ушел, понятно? Словами следи, понял? Я же сказала, мы завтра же оплатим. Вы тупые или как? Какого хрена вы самовольно подключаетесь? Вы вообще знаете, что за это штраф полагается? Да, я знаю. Ну а зачем вы так делаете? Ну, балам. Что балам? Послушай, мы без света не можем работать. И что? Мне какая разница? Что случилось? Это моя работа. Что случилось? За свет надо платить, пацан. Еще мне за это должно прилетать? Я и так в прошлый раз от начальства услышал. Знаете? Все. Давайте, разговор окончен. Сначала все показывайте нормально. Квитанцию, что оплатили. Потом, после этого, я включу вам... Здорово. Как с моей мамой общаешься? Братишка, успокойся. Ты как с моей мамой общаешься? Какой нахуй тебе братишка, сука? Ты как с моей мамой общаешься? У вас же долги были. Если у нас бабок нету, ты решил так общаться с нами, да? Она сказала, что завтра оплатит. Значит, завтра оплатит. Если еще раз так будешь общаться с моей мамой, я тебе ребра сломаю. Ты меня понял? Ты меня понял? Я понял тебя. Ну, совсем не видно, куда я поставила. Балам? О, мам. Ты не знаешь, где свечки? Не знаю. Я в последний раз на балконе видел. Мам, вам помочь? Бар, жақшы балам. Отырып тұр, өзім тауапа. Шул жергелі қойдым еле. Қайықта қалған. Бақты үлден сұрап көрмейсің, балам. Ертең сода болор менен қарызды беріп салшы, мақұл бо? Мақұл. Қарма, егізелік. Ауайлан. Надо разлить чалап. Я сам разлию сейчас. Подожди, подожди. Совсем немного осталось в свечке. Я потраху чалай, не? Я сейчас приду. Только не допоздна, хорошо? Хорошо. Чё, позвал там? Пацаны. Нужно реально что-то делать. А что случилось? Сколько можно без денег ходить? Вы что, поняли, да, о чем я говорил? А ты что-то конкретно предлагаешь? Ну а где все бабки? В банке. Нужно банк грабануть. Да, Мася. Вон у Гарика обрез есть. Ты ебанулся, Мася. Какой еще банк? С твоей рожи даже на порог не пустил. Эй, Боб, ты сейчас пизды получишь. Ну а ты сам предложи. Сам предложи, умник. Ну вот можно обшивки с лифтов снять и сдать. Бля, ты видел, что Саша Белый с пацанами ходили?
И обшивки с лифтов сделали? Ну? Ну, сравнил, конечно. Бля, пацаны, не думайте, как малолетки. Если не хотите быть братишками, у нас тут своя бригада. Осталось найти своего Артурчика. Бля, где мы его найдем-то, а? Натощак. Артурчика надо найти. Пацаны? Может, машину гоним? Ты что, гонишь муху? Короче, есть такой Артурчик. Ко мне недавно на 101 лошок приходил. Помнишь, Масяня, гольф-двойка, таксист? А, тот, который, да? Как его вообще забыть можно? А как мы его потом продадим? Да слушайте, кого он не знает, вот, например, Боб, идет на его район и просит за деньги подвезти. Вы подъедете сюда, мы будем вот здесь, там и отпиздим. Здесь на историю разберем, толкнем на запчасти. Никаких улик, никаких следов. Я научу. Я, ладно. Тогда на выходных? Какие выходные, пацаны? Давайте завтра. А Муха правильно говорит? Ну что, завтра? Базара нет. Давайте завтра. Ладно, мне надо машину закончить. Подожди, домой неохота, можно с тобой? Ключ возьми. Ключ. Ну что тогда, мы тоже пошли? Погнали. Че, пойдем? Пойдем, пойдем. Че сидеть? Муха. Че? Зарема же узнала про Светку. Пиздец. Я че говорю? Да он хочет встретиться сегодня. Обиделась, пиздец, как. Не слышу, че говоришь? Да, блин. Зарема же про Светку узнала, говорю. Сегодня хочет встретиться. Че, ты че? Не помнишь, что? Сегодня вечером. Ну вот, я хотел обсудить, может, завтра тогда? А? Боб, так не канай. Мы же решили же. Я, ладно, ладно. Думаю, вот, наверное, после дела сразу пойти к ней. Давай это сделаем. Да? Давай. Все тогда. Встали все ровно. Так. Значит, если кто-то из вас, кто увидит Хуата, передайте ему, что с сегодняшнего дня двери нашей секции для него закрыты. Если кто-то из вас думает, что ходит сюда тренироваться для того, чтобы на следующий день кому-то потом еще морду бить, точно так же буду из секции выбрасывать. Потому что я из вас готовлю спортсменов. Я из вас делаю ни шантропу, ни гопников. Если вы думаете, что это так, баловство, что ничего в этом страшного нет, просто такое, типа, развлечение, пошли там по-пацански немножко, размялись, помахались, все нормально, ни хрена это не развлечение. Это вообще не развлечение. Особенно вам, старшим, говорю, конец у этого для вас может быть только один. Либо милиция, либо морг. Это понятно? Думайте об этом, пока не поздно. Потому что, если не дай бог, вы в такую ситуацию попадете, ничего изменить вы уже не сможете, будете только локти кусать и вы, и ваши родители. Всем ясно? Да. Ясно. Так, сейчас самостоятельно разбились на пары, отрабатываем джебы. Речи, речи! Че, все-таки я, что ли? Ну, договорились же. Смотри, там другая тачка вообще. А вдруг это не он? Пацаны, это стопудово он. А что Дамир не идет? Я же за рулем. Да заебал, Боб. Если не хочешь, я пойду тогда. Да ладно, я сгоняю. Иди, Мась. Салам. Алейкум салам. Такси, да? Да. Че, работаете? Сейчас не работаю. О, какие люди, Боб, ты что тут потерял? А? Да, я от тети домой иду. Ты смотри, какой крутой.
На такси домой катаешься, да? Получилось. Слушай, сходи в магазин за сушняком. На, вот, держи. И этот, сдачи принеси потом, хорошо? Тут же не хватает. Ты что, еще тут, что ли? Ебучий сипа. Может, его вот в дом подождем? Я так не канаю, пацаны. Ля, пацаны, может, завтра тогда? Не, завтра машину вытащить не смогу. А что, обязательно именно сегодня надо становиться бригадой, что ли? Не, если ничего конкретного нет, то тогда я до Зарем пойду. Муха, ты со мной? Не, с пацанами. Бля, пиздец. Ладно, давай тогда. И что теперь будем делать? Давай кое-куда съездим. Там по трассе подумаем. Бля, пацаны, что-то народу до хуя здесь. Что будем делать? Вон тот мерин четкий. Бля, в натуре четкий. Ну что, может, я пойду, а? Пошли. Скажешь, что по дороге машина встала, и надо колесо отвезти. Мы там подождем, хорошо? Все понял. Осторожно только. Салам алейкум, братан. А да, сколько будет стоить? Там просто пацаны встали. 150. Надо заменить колеса. Все, поехали. Какой 150? Пацан, куда надо? Все, поехали, все, вот все, машина стоит. Эрик, пацан, все, братан, мы уже дожимаем. Подожди, все, блядь, ты всегда так делаешь? Ты всегда так делаешь? Ну что здесь тебе? Я уже подошел, мужики, вы что, блядь? Блядь, каждый раз вот так делаешь. Заебался с моей лайбой уже. Хули ты, блядь, нахуй? Да он же сам подошел, видишь? Он тебе здесь, блядь, постоянно нахуй. Да, блядь, не ори, нахуй. Что ты вечером? Мы здесь стоим, нахуй, блядь. Да не ори ты, сука, приедешь, я тебя ебну, нахуй. Че, угрожаешь? Угрожаю, блядь! Нормально, блядь! Нормально, блядь! Нормально, блядь! Давай, блядь! Давай, блядь! Давай, вот сюда, давай, по-мужскому, давай! Сука! Вот, сука, хмырь, а! Фу! Дерас, блядь! Подъедет, ёбну его, сука! Фу, хмырёк, блядь! Да пидорас он, блядь! А чё с водилой делать будем? Запугаем так, чтобы больше не вякал. А вдруг он сдаст нас? Надо вырубить его сразу. Мы за это время успеем машину спрятать и разобрать на части. Чё, братан, боксом, да, занимаешься? Было время. До КМС дошёл. Потому что дети, жена. Уже зарабатывать нужно было. Чё, братишка, тебе куда нужно? Да-да, вот уже скоро с задачами. Братишка, обремени-ка. Ну, постой. Братишка. Боб. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Ты куда-то спешишь, родной? Никуда я не спешу. По одному подходите. Так, что там у баба со Светкой? Не знаю. Надеюсь, слухи. Да, если честно, все и без этого плохо. Стараюсь с ним поговорить нормально. А то вот видишь, пропадает. Сейчас вот уже опаздывает. Вообще поплевать на меня. Да помириться еще. Привет, Зарема. Бог.
Что случилось? Да, подожди, подожди. Такого-то. Что с лицом? Пару царапин там взяли. Какие пару царапин? Подожди. Привет, Настя. Больно. Больно. Прости. Подожди, подожди. Вечно ты нарвешься на какие-то проблемы. Я не верю банальному «люблю», не верю во всю эту хуйню. Про счастье и семью так жально, ловлю себя каждый раз, лишь об этом заговорю, на мысли, что больше не могу. Это душа забывает. Ты меня прощаешь? Домашний уют. Я к нему не вернусь! Твоя сила притяжений заставляет мои звезды. Погоди. Кровь нужно остановить сначала. Сука, нахера он это сделал? Иди спроси у него! Это, сука, ты с ним познакомил? Когда ты хапал у него на работе, что-то не было интереса за это! Пошел нахуй, Масяня! Это я пошел нахуй! Да, ты! А кто орал, что надо двигаться? Ты всю эту хуйню придумал, понял? Бля, я же говорил, не надо было вписываться, муха! Че кидалы? Из-за того, что я был один, меня отпиздили! Че ты меня дергаешь? Слышь ты меня, муха? Меня как черта последнего отпиздили, бля! Муха, блядь, ты меня слышишь? Муха! Мы человека убили.